Поход за продуктами – ежедневное дело практически для каждого. Но где найти самые свежие и качественные продукты? Супермаркеты, фермерские рынки или овощи со своего огорода? Где жители города чаще всего покупают продукты, узнаем в программе «Вопрос-ответ». Я считаю, свой огород выращиваем. А вот зимой где лучше брать? Ну, на рынке берем, на рынке. Я их не покупаю и не знаю, у меня супруга покупает. Где, какие они, хорошие, нехорошие. Ну, выбирает более-менее такие, посвежей. В самом деле, вот сколько я уже живу, 85 лет, дело в том, что выращивать свои – это лучше. И держал я свой сад, когда я выращивал всегда со своей был продукцией. Выращивал морковку, капусту, помидоры где что. Ну, что же мы дошли до этого? Раньше я помидоры, в конце концов, если у меня лишние, я по 10 до 12 копеек продавал. А сейчас? На базаре. А почему вот именно на базаре? Что, чем отличается от магазина? А потому что они экологически чистые. Это природные, это огородные продукты. А свеженькие. Сами? Выращиваю все сама. А все картофель, огурцы, помидоры, морковка, капуста, свекла, лук, чеснок, все. Ничего не покупаю в магазине. Девятку хожу всегда. А сами что-то выращиваете? Да, огород имею. Мы привыкли в советское время все на рынке, поэтому этим мы пользуемся до сих пор. Конечно же, свой огород, но покупаю в Метрополисе «Магнит». Ну, бывает и подешевле. Овощи и фрукты бывают подешевле в этом «Магните». Там что-то вот из мясного в «Метрополисе». Ну, везде, где попадет, там мы покупаем в любом, что на рынке, что в магазинах.